Обладательница острой сабли, острого языка и двух золотых олимпийских медалей. Собирается ли она на Олимпиаду в Париж и при каких условиях готова от нее отказаться? Люди, которые не могли попасть в 16 и в 32, сейчас выигрывают турниры. Я вообще, в принципе, мечтала стать актрисой. Я готов. Ты самоуверенная, смотрю, такой человек. А как иначе? Фетисов. В воскресенье. 23:00. На телеканале «Звезда».